Ну вот, тут у нас гемангиомы, это красные вот эти точки, это доброкачественное образование из сосудов, так называемые капиллярные гемангиомы. И под местной анестезией, сейчас уколю. Вот наиболее крупные удалим. Удаляются они с помощью электрода. Даже не иглы, а такой, как проволочка. Не больно? Чуть-чуть. А что, как будто током ощущение? Сейчас нет. Что? Вот, ну, на то и было чуть-чуть. Покололо. Угу. Хлоргексидин. Угу. Все. И обрабатываются они потом по карцинам, чтобы подсыхали, и потом там будут корочки, которые отойдут, и будет уже все зажившее. Ну и так далее. Вот здесь вот еще у нас парочка. Покажи. Вот, раз, два, сейчас тоже их уберем. Колю. О, чувствительно. Угу. Ну, кольчик, хотя его по самую тонкую взяли вообще, как для склеротерапии такие используем. Так. Ну, то же самое. Сейчас не больно было? Нет. Ага, ну все. Нет, я просто боялся. Ну, то же самое. Обрабатываем фукарцином. Ну все, наверное, дальше снимать не будем, потому что дальше будет все одно и то же.